Всем привет! Сегодня мы были в магазине «Лента». Маленько там подзакупились. Что мы там купили? Был по акции вот такой вот «Ариэль». В прошлых покупках я вам показывала. В общем, у меня на него не оказалось аллергии. И, в общем, мы повторили эту покупочку. Здесь 4,5 килограмма. Здесь аромат «Горный родник», стоил он 348 рублей. Так, также взяли вот такие вот салфеточки. Брали мы их, в общем, я не помню, или по 13, или по 14, а сейчас они по 17 рублей. Здесь 100 штук. Так, также взяли мы несколько пачек Лейс, так это у нас с солью, они по 78 рублей. Так, взяли с солью, взяли с зеленым луком. Так, и хочу вам посоветовать, в общем, такой Лейс. Сейчас, ну, чемпионат мира был, как бы у нас, это, наверное, как бы рекламу делают этот Лейс им. Так, охлади эмоции, французский сыр с травами. В общем, попробуйте, он очень классный. Я как-то брала, вот мы в поездку ездили, я брала вот такую вот пачку одну. И нам очень понравился. Так, и также взяли с крабом. Вот такой вот, ну, с крабом уже стоил 89 рублей. Такой вот. Вы не пугайтесь, мы, в общем, взяли это не на один раз, потому что у нас магазинов здесь рядом нету возле дома. Взяли, в общем, столько чипсов. Так, также взяла свою любимую ветчину. Сип колбасы, ветчина куриная, Курмилова. Она стоила 171 рубль. Здесь 600 грамм. Вот такая вот колбаска. Почти в каждом видео она у меня мелькает. Так, сырочек взяли. Так, сыр Богатов, мраморный, любит мой молодой человек. Здесь у нас 270 грамм, 149 рублей. Так, я себе взяла ламбер. Маздам лентовский мне как-то не очень понравился. Так, цена за килограмм. Так, это получается без карты 736, а с карты 559. И так, вышло у нас по карте 274 рубля. И здесь 496 грамм. Ну, тут получается вот пол вот этого кружочка. Так, сырочек. Так, кукурузу взяли. Лентовскую 425 грамм. Миллилитров. Стоила она 29 рублей. Горошек. Вот такой вот зеленый. 39 рублей. Лентовский тоже. Также взяла мюсли вот такой вот уго. Нам нравится мюсли запеченные с орехами. 86 рублей. Он очень такой вкусненький. Там сушеные фрукты. Нам нравится. Так, еще был майонез по акции Слобода. Вот такой вот. Он стоил 99 рублей. Слобода оливковый. Натуральный продукт. Акция на него была. Также взяли нектарин. Я не знаю, вот сейчас фрукты идут. Мы вот арбуз, дыньку кушаем. И очень любим нектарин. Нектарин у нас по, так, 103 рубля за килограмм. Получается, здесь у нас 738 грамм на 72 рубля. Это по карте цена. Вот такой вот нектарин. Также взяли персиков. Персиков у нас здесь 726 грамм на 79 рублей вышли у нас. Также взяла морковку. Морковка это у нас уже свеженькая, прям такая хорошенькая, не побитая. Сейчас ее помою, натру и в морозилку. Здесь у нас килограмм 92 грамм на 74 рубля. Хорошенькая она, свеженькая морковка. Так, в общем, такие вот покупки у меня были небольшие. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и будет больше видео. Всем пока!